Счастливые улыбки, искрящиеся глаза, детский смех и нескрываемый азарт. Такая обстановка царила в фойе городского дворца культуры. Здесь для рыбницких школьников организовали шарик-шоу. Здесь основной герой этой программы – это шарик. Шарики бывают разные, мы им показали, какие, да, начинаются сисечных этих шариков, воздушные шарики, пластмассовые мыльные. Шарики, мыльные пузыри и все, что связано с шариком. Мы им показали, в какие игры самые простые можно поиграть, имея под руками просто шарики, какие-то простые приспособления, ракетки, палки, банки. И это вообще самый дешевый инструмент для игр. Воздушный волейбол и бадминтон, шариковая гусеница и радужная паутинка. В таких занимательных играх приняли участие юные рыбничане. Поиграть в веселый волейбол очень интересно и смешно. Что шарики могут всегда лопнуть, но от них большая польза, когда дети играются, веселятся, родители могут отдохнуть. Игры с шариками разные, можно их кидать, можно с ними бегать, можно их носить на теннисных этих штуках. И, ну, короче, интересно было, мне понравилось. Воздушные шарики любят все дети. Наверное, потому что эта простая игрушка заключает в себе всю силу детства, с его умением радоваться малому, удивляться новому, фантазировать и мечтать. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.